Только прикройте, это мне еще в голове. Да тихо, ты слушайте! Так, у нас теперь завтрак. Потому что сегодня праздник 23-е. Да, правильно. 23-е, ура! Ну что же, перед выступлением наших подругой на счастье... Куда ты идешь? В школу? Это ого. Семейная, в трусах и в куртке, и в шапке. Ну и как там в школе? Босяк. Тебя все хорошо, сынок? Ты босяк? Нет. Мы и Миша, и Саша готовы. Ага. Давайте, идите, мы сейчас зайдем. Пошлите. А ты в шапке? А Барби любимая, знаешь, старый лад, и ей непобедимый, это каждый лад. И с вами солдаты, танкисты, моряки, все сильные ребята и не страшны враги. Стоят ракеты где-то и на замке граница. И так чудесно это, что у нас спокойно спится. Ой, ну молодец. Иди, я тебя чмокну. Поблазнял тетю Веру. Давай, поздравляй. Нет, крашу. Нет, это. Держи. Давай поцелуемся. Давай поцелуемся. Так. Вот это Антохи. Подожди, Антохи. Подожди, подожди, подожди. Так, 4, 5. И вот это. Давай, Антохи. Ну, давай, давай. А тетя Вере? А скажи, еще не 8 марта. Так, мои мальчики подобедывают, кушают варенички. Я сейчас... Да, потому что мамочка сейчас помоет пол на кухне. Здесь уже все поубирала, помыла. Вот. Айсинг не выкидывала, потому что, так как будет мастер-класс, я хочу попробовать на мастер-класс понести сушилку для овощей и там сушить пряники. Но прежде чем это сделать... Вот видите, айсинг отслаивается. То есть, так как здесь вода, ой, он был сделан 2 часа ночи, поэтому с ним ничего не случилось. Вот, он не испортился. И я хочу попробовать несколько пряников покрыть и высушить их в сушилке для овощей, чтобы понять, как там сохнут пряники, чтобы высохли пряники за время, пока дети будут играть на площадке, и они могли их упаковать в пакетики и, в общем, домой уже нести готовые высохшие пряники. В общем, посмотрим, как это будет. Попробую дома. Тайсинг, он для экспериментов остался. Ты что разделся? Грязно. Да? Афоня любитель апельсинов, да, Афоня? Ты любишь апельсинки? А мне еще есть и есть. А тебе еще есть и есть? Потому что Антоша сказал, я съем все. А мне еще есть и есть. Мам, зачем ты столько наложила? А ты почему так говоришь-то? А ты зачем мне так наложила? Я сразу тебе не говорю. Ну что, я сейчас молодец, все помыла, везде пол помыла, где мы моем. Пол, в общем, в ванной, на кухне, в коридоре. Все чистота. И теперь сейчас поеду поздравлять своих мужчин. Вот, соберу все подарки в кучу и поеду. А пока жду, сейчас достирается стирка. Я поставлю в духовку наш обед а-ля ужин, потому что у нас завтрак был каким-то полуобедом. И пока это все будет готовиться, я быстренько всех поздравлю и приеду домой. Так, я сейчас чищу картошку, буду в духовке запекать с мясом. А пока будет запекаться, поеду всех поздравлю. Мальчики тут играют в компьютер, мам, в червяков. Да ты чё? Мальчики тут в лего играют. Я за это чё? Нет, дай ему, пожалуйста. Да он снайпером будет. А я снайпером не могу быть? Нет. У тебя прав, но это нет. У меня здесь картошка крупно порезанная, ребрышки свиные домашние, лук, немножко чеснока, соль, перец. Сейчас все это замешаю. Немножко майонеза и сметаны напополам. И поставлю все в духовку. Может быть, еще грибов добавлю. Сейчас посмотрю по форме, как это будет много, немного занимать местом. И, может быть, сверху помидорок. Ну, в общем, сейчас по ходу посмотрим.
Так, вот такое вот блюдо получилось. Решила я делать уже огромный противень. Здесь вот такие вот ребрышки, грибы, помидоры, вот эти даже маленькие колбаски. Там их несколько штук осталось. Я их тоже сюда закинула, картошка. Так что вот это все теперь отправляется в духовку. Я думаю, что я, наверное, сверху все-таки сейчас фольгой накрою, чтобы оно немножечко подпарилось, а потом открою и будет уже именно поджариваться. Накрыла я фольгой, я не знаю, правда или нет, но когда-то по кухне я смотрела... Тихо, тихо, подожди. Фольгу, она имеет две стороны. Вот это вот более матовая, а вот это вот прям блестючая. И блестючей нужно вниз к продуктам накрывать, а вот этой матовой сверху. Я не знаю, насколько это правда, но я помню, что кто-то типа Джейми Оливера или кто-то там из каких-то таких американских поваров рассказывал это. Никто к нам не приедет, а кто к нам должен приехать? Я не знаю. Ты ждешь? Фонька меня вышел провожать. Пока. Я тебя люблю. Ой, любовь, любовь моя. Теперь хоть могу к родителям зайти. Сейчас всех буду поздравлять. О, взяла весь пакет, но тут не все. Родне. Покажи, Маргарита, это кому подарили? Это Зоя. Вот это Зоя, которая светится ночью, а тебе не светятся, да? Да. Это вам нравится? Да, мне вот это все нравится. Она очень красивая, да? Да. Я думала, 23-й только мальчикам подарки. Ну, просто хотим, чтобы у меня в комнате стало еще красивее. Ага, молодец. А ты на 8 марта не могла это захотеть? Так, мне уже подарили подарок. Я не могу сфотографировать. Ну что, сфотографировался? Нет. Почему? Покажи. Ну, держи, вот нажал и чуть держи. И не двигайся. Вот. Дай я посмотрю. Че, получилось или нет? Нет. Ну сейчас давай разбирайся, Серый. Ты где коробка? Там время. Почитай инструкцию. Может, какую программу? Ну там китайцы, ты думаешь, да не надо никакой программы. Фотки же есть, Сереж? Да. Ну есть, только надо понять, или два раза нажимать, или долго держать. Степа, не порти мне влог. Вычеркнуть из блога, да? А, не хочет. Я уже зажал ее. А? Школу я не знаю. Можно брать селфи-балл? Да, можно. В инструкции? Можно в школу брать. Так. Ну, без телефона, я буду шляться. Мама, пошли. Это все вам, да. Где Гриша? Позовите Гришу. А я тут. Вот Гриша. Да. Давай, Гриша. Мама, мама. Я не знаю. А это же раки, дядя Виталик раки. У гостей. Так что сейчас будем варить. Папу их надо, наверное, промыть. Класс. Так, чипсы. Германия, наши ж выиграли. Наши выиграли, да, да, да. А сейчас все, либо Канада, либо Германия. С нами, да? Да. Да, поставь бутылку. Мы как грызанули, он тарелки ел всем проводил. Ага, сейчас поставлю. Что там еще? Еще кружка, доставай кружку. Мальчик, кружек. Папе, в этом году кружек много. Кружек! Да. Можно я сникерс съем? Дожариваем мясо, потому что папуля сказала своему, а они дожарили, достали и выключили духовку и даже не знали, как включить. Так что я сейчас приехала, включила духовку. Уже скоро будет все готово. А здесь у нас раки кипят. Покажи, что это. СССР. Что это СССР? А, это ты? На СССР. Угу. СССР. Да, а нам еще эту ракашку, да, подарили? Какой-то страшными глазами, как будто страшно. Ага, в общем, это таракан. Да. Алло. А, фони телефон. Алло, да? В общем, раки кипят. Ждут. Сейчас заведу, наверное, минут 15, чтобы покипели. Да, сейчас чуть-чуть покипят, и все, и будем накладывать. Так, все, через 15 минут все, будем доставать. С укропом обязательно, чтобы вкусно пахли.
Так, все, готово, ура, сейчас будем ужинать. Я бы сейчас с удовольствием вина, но сейчас еще на карате ехать. Так что сейчас кушаем. Ну, Гриша сегодня карате. А сегодня выходные? Ну, пятница, сегодня карате. Ты хочешь их потрогать? Вот какие. Ну что, зови всех мужчин наших любимых. Кто хочет картошку? С мясом наконец-то она дожарилась за второго раза. И раки. Ну они же в речи, ну как бы ж. Болотцы. А я их мыл, и Виталик их мыл, они были у него замочены. Ладно, совсем уже другой даже вид. Да, это был сырой вид? Да, а я наложил, мы тут собрались, а хрысь... А картошка хрустит, да? Да, дети, все обратно возвращайте. И ждем маму. Давай, садись. Дайте пультик, пожалуйста. Папуля, закрой, пожалуйста, а то я открыла чуть проветрить. Пультик, пожалуйста, дайте. А руками ее убрать надо. Так, тебе доставать куртку? Я сам. Да, так что я даже шапку. Это в торт. Тетя Люба же торт там испекла, и Кирилл Александровичу вставим в торт. Так, ты, пожалуйста... Ну, я не знаю. Нет, наверное, у него, наверное, военная кафедра. А ты, пожалуйста, возьми маленькие ножнички, пусть папа тебе ногти обрежет. Папа, обрежь Антошке, а то у него уже скоро... Чего? Ну, давай хоть минут пять подождем. А где этот портрет? Покажи. Давай я уберу. Вот это моё. Это транспортировать не надо. Ляд. И ты слышишь, как... Да я не могу. Вера. А там же кто-то фотографирует, а потом пришлю, да? Мы уже дома. Сегодня чуть пораньше закончилась тренировка, так что мы сейчас будем пить чай. Смотрим офицеров. Уже цветных. Я его все детство смотрела черно-белых. И это было круто. Я обожаю этот фильм. Мы даже на диск его кассету, вернее, была у нас записана. Мы пересматривали. И мы тут все смотрим. А Фонька что, спит? Да. Заснул? Не поспал в обед, да? Витамин С. Я смонтировала видео. Сейчас хочу опять заказать коробки к 8 марта уже, потому что маленьких вообще нет. Вот тут вот куча новых с бабочками. Здесь можно выбрать коробки, например, на Новый год, на всякие праздники, как они тут праздники выбираются. Ну, как-то выбираются для шоколада, тематические, вот, по-моему, тематические. Тут всякие вот сентябрьские. Вот станчиками были для капкейков на 23-е. В общем, тут есть из чего выбрать, всякие даже для ложечек. В общем, вот называется «Вкусная мастерская» в Краснодаре. Можно даже самовывозом забрать из Краснодара. В общем, мне очень нравится, уже не первый раз тут заказываю. Сначала пишется, что, ну, 435 рублей, то есть заказывается по одной коробке, но... Потом на почту приходит письмо с окончательным ценником, потому что здесь не одна коробка, а по правилам магазина, то есть нельзя заказать одну коробку, здесь 10. То есть будет не 22 рубля, а 220 рублей. То есть понимаете, да, что потом они ценник сами уже на электронку окончательный товарный чек присылают. И вот, в общем, как-то вот так вот. Так что я сейчас буду заказывать коробки к 8 марта.
Сейчас хочу еще заказать мешки кондитерские с Алиэкспресса, так что сейчас буду их заказывать. Через WebMoney. Это все вы, это все YouTube. Я очень счастлива, что на какие-то вот такие вот мелочевки могу не особо тратить время. Ну, вернее, деньги. Ну, то есть, как бы это мелочи, знаете, но когда их покупаешь со своего кошелька, то, конечно, все немножечко по-другому, поэтому WebMoney вот прям круто помогает. Вот, и сразу магазин переходит на WebMoney, и я все могу оплатить. Сейчас смс-ка придет на телефон, все отлично будет. Как Григорий сегодня сам будет, потому что мальчики уже все заснули. Папа, слышишь, что Антошка? Ура! Да, Антошка тоже не спал в обед. Гриша смотрит «Экипаж». Это прямо его мечта, да? Да. Посмотреть «Экипаж». Я уже почти все фильмы... Да, посмотрел. Еще осталось потом вот этот про футбол посмотреть, трейлер. Но он же будет еще ж не вышел. Пойдем, да? У нас сегодня было или когда «Коко» было кино? Сегодня, 13-е. Ну, мы-то его уже посмотрели, да? Несколько. Угу. Ну, там 100 рублей. Так, ну что, спокойно. Интересно, а там викинг будет идти? А я не знаю, по-моему, уже показывали викинг или нет. Вот бы викинга сходить. Даже да? Нет это, типа, каких-то плюсов. Ну, не знаю. Так, ну что, всем спокойной ночи тогда, да? Ну, всем пока. Я сейчас вот еще схожу в кладовку, достану что-то на завтра. Мясо, мясо. Блин, вот как прожить без мяса? Я не знаю, мы такие мясоеды. Я больше даже люблю мясо, чем сладкое, поэтому, в общем-то, не знаю.